Хей-йоу, ребятки, с вами снова Люсик, и сегодня, ребятки, мы с вами сыграем против Кента АПК, а точнее против его клана Киборги со своим кланом Люсик Тим. Вот, сегодня у нас будет клан Вар. Кент уже, получается, простримил этот клан Вар у себя на канале, но я думаю, ребятки, вам будет очень интересно посмотреть на то, что мы совершили в этом клан Варе. Это просто реально невозможно, у меня такое впервые. Ребятки, если вам этот видосик очень понравится, то обязательно подпишитесь на канал, также поставьте лайк и напишите комментарий, что же еще вы хотели видеть на канале. Долго не буду тянуть, пожалуйста, досмотрите до конца, приятного вам просмотра. А сейчас, ребятки, мы находимся на сайте GG Standoff, на котором у нас добавили новые кейсы, уже добавили, да, плюс сделали скидки на некоторые кейсы 50%. Также они добавили новые способы авторизации и, естественно, у них есть прекрасные бонусы, с помощью которых вы можете нафармить свои первые денежки на сайте. Ну и фишка этого сайта, это, естественно, барабан бонусов, который я сейчас уже крутанул один раз. Но если вы введете мой секретный код LUSIK, то можете крутануть его еще раз. Ссылочка на сайтик есть, естественно, в описании. Первую карту мы, к сожалению, слили почти в ноль, сразу же вас предупрежу. Вот, поэтому моментов будет немного. Кент там выпендривался, типа, Люсик, нуб, 0 киллов сделал, Люсик, и вот твой клан, типа, нужно разминаться, там все дела. Но потом он за эти слова поплатится. Все, ребят, давайте, полетели. Сейчас будет просто хэштег «Белдол ушел». Ох, ништяк, первый раунд, ёлки-палки, блин, пацаны! Вот это, конечно, пот, полнейший пот, я не знаю. Лондон, куда идем, а, капитан? Да, да, капитан, да, капитан. Все, идем. Окей. Один на один локом запрыгнул. Окей. Да, пойду. Через низ прошел, а, один на КТ. Там мы занимаем территорию. Все, тихо. У вас есть какие-то смачки? Один кишка, я не брал ничего. Смачок в кишку дал, пацаны, залетай. Хорошо. Раз, два, три. Погнали. Так, здесь никого, короче, один кишка. Ай, пейся. А, лонг. Пейс, самое главное. Интерлонг. Ай-яй-яй. Двое, короче, на братюни. Площади. Смотрю за вами. Ай-яй-яй. Да. Сколько? Минут 30. Какое? Нифига не жесткие, все, мы проиграли. Короче. ГГ. Не, у нас раскида не было, очень плохо. Ладно. Они бомбу запонтили! 3-2, побеждаем! Нас больше! Триндец, вот это мы машины! Ха! Люсик 0 киллов сделал, Люсик, ну ты и ну, конечно. Хорош! Так. Давай. Трындец. 2-0! Ребята, это просто сказка! Клан Люсика! Где ты? Где? Клан Люсика? Не вижу! Где клан Люсика, пацаны? НТ, нормально. Мне кажется, мы их недооценили изначально. Да это вы просто не можете. Блин, как Нави сейчас будем, короче, реально. Против этих. Да. А у меня флешка. Я фунту, ну залетите в фан, пожалуйста. Не могу, не вижу никого. Димас, ты не попал гранатой. Пушка двое. Я не знаю, лонг сейчас будет. Плент. Ой, патрон нет. Один там лоу, наверное. Двое лоу. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, я просто промахнулся по кнопке. Нормально. У меня патрон не хватило. Все, отмазки пошли. 4-0! Брат, ну я тебе еще покажу, как правильно раз дробаша. Ребята, это ж дробаш Люсика. Сейчас, короче, мы ему это покажем, как это с дробашом правильно играть. Ребята, киборги тащите, все пишем, киборги тащите. Ну. Один в три. Ну это нереально, он же не Дезли. Все, ребят, 8-2, Кент пока сделал 2 килла. Нифига себе, у них чел под ником Скат, он вообще счастливо. Пацаны, 8-2! Просто представьте, это буду сам быстро вырос в моей жизни. Ой, ребята, да хрень 50 минут стрим, я же вижу, у меня второй монитор. Ну, до сих пор лонг есть кто-то. Ребят, перетянитесь один на Б, или там нормально, стоит, нормально, все хорошо, да? Окей. Под Б заходит уже. Да, зашли уже. А, ладно, ясно. Я сейчас умру. Двое в сайте. Скат... А у меня просто префы. Минус 51. Это какие-то префы, я не знаю, фигня какая-то. Вот этот чел на первом месте. Ничего не пишите. Это херня. Окей. Хэдшот прописал! 10-2! Не, ребят, ну можно было как-то подготовиться! Не, пацаны, красиво. Не, слушайте.
Надо противника уважать. То есть вы ни в коем случае не будете, что не уважаю, но слушайте, я просто очень доволен нашей победой. Вы даже не представляете, 10-2. Ну, еще, сейчас еще одну катку играем на карте зона 9, наверное. Мы были, честно, очень расстроены после первой карты. У нас безумный тильт был, вот, но вторую карту мы как будто начали с чистого листа, начали играть по позициям, начали потеть серьезненько, вот, и вот что вышло у нас. Под Б очень много. Много? Я через один помогать буду. Заходят на Б, меня выбили. Парапете двое. Они выходят. Меня чекают. Что? В пленте уже чел. У них тип с пингом, если что. Одного наконцил, одного наконцил. Минус 50 где-то. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорош. Отлично. Дожимай, дожимай, дожимай. Помоги, Скат, Скат, помоги, помоги. Зажимайся, кентуху, симпала за пуш просто убей. Тише, тише, тише. Обману, обману. Тише, тише. Ай, блин, ну я пытался, но елки-палки. Нормально, нормально, нормально раздал. Минус один сделал. Блин, пацаны, давайте собрались. Хорош, а, хорош, да, замечательно. Отлично. Дигл возьми. Ой-ой. Флешка. Один лоу. Я захожу в спину. Блин, меня Дима. Просто... Забейте все. Димас, подожди, надо что-то придумать. Один лучше снизу сейчас будет. Просто убивайте. Один справа в колонну. Понял. Уже нет. Лофи может обойти тебя справа. Я поешь. Хорош. Одного. Справа нет? Второй один лох ХП. Один лох ХП. Я запрыгиваю, давай, пикай, пикай. Их двое. Двое в сайте. Я думал, там один остался. Ой, через стены. Ааа, фак, обидно, очень обидно. А, их там трое. Понятно, три чела стоят, но ясен пень. Ну ясен пень, мы сольем три чела. Хотя, да за минус два сделал, ни хрена себе. Давай, брат, ну... Да трындец, ну ты еще не замочишь? Ну как так-то? Ай-яй-яй. Дезли? Ну Дезли сможет, я так думаю. Есть шансы, есть шансы, есть шансы, есть шансы. Есть шансы, есть шансы. Давай. Да если брат флешку кинули, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Все, найс. Все, найс. Хорош. Хорошо, тащим. Аккуратнее только. А, много там? Да, человек два еще, это точно. Илья, не стоит так лучше. Убил? Что, Илья, найс. Найс. Отойди, Илья. Я отхожу. На Б, на Б, на Б. Один лонг есть. Я хупу, хупу, уходи, уходи, уходи. Убил лонг. Найс. Где бомба? Тут. А, вижу, вижу. Хорошо. На. А мне кажется, он... Я флешку на откинул. Да. Все, убил его. Хорош. Все. Читаемо. Давайте, ребят, пистолетка очень важна сейчас. Да, три фрага. Меня прям вообще просто душит, я не знаю. Ай-яй-яй! Давайте их обойду. Вот это не хренею. Или... Давайте попробуем их обойти. Хрен его знает, вдруг выйдет. Да как все слились? Хорош, хорош! Найс. Хорош, ребят. Хорош. Все. Last mid. Неплохо. Ну все, тут ну, уже бомба. Все, хороши, один, ребят. Найс! Просто похлопаю вам, реально. Да ладно, в смог будут меня шить опять? Что? Опять в смог? Боже. Нормально. Нормально, нормально, все, все, играйте закрыто, максимально. Лофи, куда ты? Скат. Лофи! Я уйду, я уйду, я уйду. Окей, все. Стой здесь, стой. Хорош, а хорош. Вот. Ласт у тебя. Ласт мусор, все, ласт мусор 3-9 играет. Ласт мусор. Хорош, боже, нормально, нормально, нормально. Конечно, у него хорош. Все, окей. Я охренел, на меня двое вылетают. Это для мотивации, я говорю, если что. Да, конечно, не, естественно, типа. Ни в коем случае не обижаем. Хорош. Все, быстрее, быстрее, быстрее. Один А еще, один А, я им смог откинул. Погнали, быстрей. Надо быстро на Б, я флешку дам в сайт сейчас. Флешку в сайт дал. Я через туннель иду, я через туннель иду. Один близко, один близко, близко. Хорош, все, до конца, до конца. Я смог, лох есть, смог. Все, закрыто, все. Все, ласт там. Погреб один. Попробуй плынить, попробуй плынить здесь. КТ, 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 осторожно. Хорош, ребята, все, нормально. Тащим. Все, баба шорт, не лезь, не лезь. Уйди шорт, уйди шорт, симпала. Все, молодцы. Ласт бомжара, ласт бомжара. Да тебя радар тут валит, уйди в съемку. Все, найс. Он дефает, дефает, дефает. Он дефает, дефает. А, лол.
Нет? А, он засейвил стату. Серьезно? Он засейвил стату на этом раунде? Боже, какой... Какой дебил, ясно. Ну, короче, изи победа, 10-4, все. Вот в таком же духе сейчас нужно третью карту выигрывать. Они, скорее всего, зону пикнут. Зона будет? Скорее всего, зона. Ну что ж, ребятки, вторую карту мы выиграли благополучно, да, вначале немножечко отдавали важных раундов, но потом почти в сухую их закрыли. А перед третьей картой я даже ничего не хочу говорить, просто смотрите. Попал! Ни хрена себе, я еще попал! О, пацаны, ништяк, слушайте, первый раунд за нами. Нет, первый раунд это вообще изи, вообще в сухую, а, почти в сухую, одного ломусика забрали, так. Трындец опять на втором монету. Что? Я лох! Тупо на второй монитор переключился и сам себя убил! Да как так-то? Это трындец! Кто-то лестницей пусть встанет на Б там и чекает склад. Я смотрю эти колонны. Вот я впритык встану с дробашом. Я в нычку. А, нет, я не стану, я стану за красным. Парни, Б будет. Я сказал за стака СБ, где вы? Я близко. Вот эти могут пройти. Вы вышли, вышли, вышли. Лоу, 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 тварь. Я сижу, пока. Убивай! Найс! Слева, 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 Лофи! Я не могу. Можешь. Нет. Ты можешь. Тихо, тихо. Лофи, ну что это? СНГ. Вы почему на А пошли? Нет, мы не ходили на А. Мы были на колоннах. Мы сейчас сливаться так будем, если вы вообще ничего не будете предпринимать. Просто встаньте в сайте смоки, хотя бы какие-то купите и закиньте их, чтобы ходили. Гранат нету. Но у меня есть смок. Скат. Он даже без инфы на меня вышел, Дезли этот. Он странный чел вообще. Ну может ломусик, я думаю ломусик не успел бы дать инфу, то что я там. Он на префе вышел. Вы можете не пикать, просто встаньте. Все хорошо, хорошо, не пикаем, не пикаем. Что тут сложного? Раз 50 говорю. Не пикаем, все, все, все. Ребятки, счет уже 0-5, мы сидим в полном тильте, насколько вы видите, вот, и не знаем, что делать с их Т-стороной, потому что на зоне Т-сторона просто безумно тащит, и мы как-то что-то пытались предпринять, но у нас ничего не получалось, абсолютно. И дальше у нас происходит это. Ай-яй-яй, почти, да, 94 хп снес! Блин, Габел, 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 почти, ребят, почти, почти, почти. Она дамажил чела в дуге. Okay. Убил чела в дуге. Да задолбал, минус 57. Еще чела в дуге есть. Убивай его. Это юзлес. О, боже. Прифайр, конечно. Мне тут дроп забрать как-то. Тихо. Не лезь, не лезь, не лезь, пожалуйста. Я не лезу, я побачу на себя. Обходи его в спину. Не надо обходить, он его прочитает, скорее всего. На бомбу пусть играем. Yeah. На бомбу играю, на бомбу. Хорош. Все. Надо было резать кабана. Да ладно, забей. Нет, нельзя резать. Я не симпл тебе в последнем раунде резать. Это как с ликвидами будет. Это как симпл против этих. Да. Ликвид. Я не настолько уверен, 2 на 8 иду, поэтому забей. Трындец. Убил Люсика, что? Хорош, давай, брат, не удивляйся, ты должен тащить. Кент, если мы там выиграем, что ты там нам по легендарке дашь, да? Брат, подожди, решим потом. Пушит, да, двое аса пушили. А, их там трое, один бомбу поставил. Это Лондон. Слушай, что-то пацаны как-то дезморалиться начинают. Не, ребят, давайте как-то, того, соберемся, что ли. Ага. Последний ласт остался. Ласт остался, ништяк, он на баща бомбу будет плантить. Ласт! 9-5! Да, ребят, да, последний финальный раунд, да, мы это сделали. Просто горжусь вами, киборги, вы машины, просто. Ребят, обязательно прожмем лайки на 5 лайков. Сейчас будет дуэль против клана Старгейс. Просто, мы сейчас их выиграем, ребят, давайте, ни шагу назад, я вас умоляю, ни шагу назад, только вперед. Ребят, давайте, покажем красивую, достойную игру, просто мы с вами машины, елки-то палки. Ребятки, сейчас у нас счет 9-5. Одна ошибка будет стоить нам игры. И сами понимаете, какие же у нас тогда были эмоции. Что ж, давайте смотрим, что было дальше. А, давай, залетаем, так же залетаем. Вы через верх, вы должны просто... Они...
Мейн все, мейн. Зря начали, что-то. Мидл все, парни. Мидл. Сейчас на мид перетянусь, я поверху пошел просто сначала. Хай я им откинул. Погнали, поц. Флешка. Через мидл все, давайте. Хелпа. Найс. Хорош. Один в сайте. Флешка к хелпу. Двое в сайте. Хороши, все, залетаем. Все, ласпина. Уверен? Да, он мне флешку кинул. Увидел. Не умирай. Хорош, все, нормально. Все, молодцы, парни. Хорош, все. Флэнч. Спина у вас, меня со спины настреляли. Хорош, боже. М16, засейвите, пожалуйста. М16, где? Не вижу. Как же горит. Как же они это делают? Ну ёлки-палки, они сейчас закомбэчут. Ну с такого счета нереально комбэчить. Ну ёханый бабой, ну... Это жопа, это полная жопа. Просто полная жопа. Мы что-то делаем неправильно. Мы что-то в этой жизни делаем неправильно, пацаны. Мы что-то делаем неправильно. Трындец! Как так они выигрывают-то? Чё, куда? Мэйн? Опять. Хорошо, все. Я ему хаешку кину еще раз. Может пикнет. Что такой... за смок юзлесный? Камыч уже нельзя. Да, реально юзлес смок. Они стакнулись, нет? Да, я не понимаю, минус 99. Один сзади есть. Сзади, ребят, 60 хп. Пушит мид один. Ангар будет. Хорош, братан. Хорош. Просто лучший батя! Лондон батя, просто! Хорош, легендарный камбэк! Ой, хорош, Лондон, просто! Целую в писю, просто! Оу, щит! Пишем все эти, пишем. Я не запретился, блин, не напишу. Что ж, ребят, мы это сделали. Со счета 7-1. Ну или же 9-5, когда счет уже был на грани, мы сделали легендарный камбэк. И последний раунд я бы хотел, чтобы вы посмотрели еще со стороны Кента. Ай-яй-яй, замочили, ну! Пожалуйста, прошу! Вас двое в один! Вы сможете, братва, вас больше! Давайте! Да трындец, брат. Брат, давай! Один в один, все решится. Давай, брат, покажи, здесь яйца. Это нуп у них остался. А, это Лондон, это нуп. Ну, давай, брат, он тут, жди его с любой стороны. Жди. Ай-яй-яй. Да он там, быстрее, времени мало. Ну! Давай, мужик. Ну, нет! Мы все просрали, трындец, капец как! Как же горит, это жопа. Ну что ж, ребятки, это был легендарный камбэк, я заканчиваю это видео на такой ноте, подписывайтесь на канал, если хотите еще таких видосиков, с вами был Люсик и его команда, всем удачи и всем пока!